Одинцовский ресурсный центр «Свершение» запустил программу творческого развития для людей старшего поколения. Удаленный способ работы позволяет сохранять тонус как мастерам, так и ученикам серебряного возраста. Жители округа старше 55 лет приглашают на творческие онлайн-мастер-классы, вязание игрушек и предметов для дома и декупаж с элементами живописи. В случае необходимости материалы доставят на дом.